Всем приветик! Мы на даче. У нас такое похолодание сильное, что я вот в куртке, в теплых штанах поставил на проращивание 4 вида свеклы. Свеклу буду сажать в последнюю очередь. Немножечко вот она прорастет. А здесь вот Мариночкины арбузики. Тоже на проращивание. Немножко пускай наклюнутся. Немножко там у нас местечко есть, мы их тесним. Так, здесь я ревизию делала семян цветочных. Здесь вот у меня мак, здесь бархатцы, это календула, здесь у меня, забыла как-то стелиться, тоже мне не нужны, они я выброшу, цини, а здесь мальвы. Розовые, белые. Здесь у меня Ванька мокрый немножко остался. Сейчас куда-нибудь посажу. Так, сегодня мы посадим баклажаны под укрытие. Потому что у нас на дворе похолодание. И судя по гисметео, тепла не ожидается. Дожди, дожди, дожди написано. Дожди. И вот пока нет дождей, вот мы сейчас хоть что-то сделаем. После дождей грязно. Переобуваюсь. Посмотрите, после дождей трава как полезла. Трава полезла. Елочка наша. Проклюнулись вон новые веточки. И у самшита тоже новые веточки полезли. Саш, ты видишь, я сюда посадила цветочки, которые мне сваха дала. А здесь эта пальма вылезла. Ее же не было, она вылезла. И там два цветочка осталось. Там хоста. Что это? Бадьян или бадан? Бадьян, наверное. Девчонки, скажите, не знаю. Ой, трава вылезла. Что-то лохматый, да. Чубушник скоро расцветет. А мы не можем насладиться этим чубушником, потому что у нас погода отвратительная. Люсенька идет, ничего не кушает. Моя кисонька. Моя ты кисонька, ну. Че, моя девочка? Ну где там тебе 4 чашки стоит с едой, да? И ряженка у тебя стоит. Иди. И Феликс лежит у тебя, и вискас сухой. Худышка. Чё, моя хорошая? Иди там, папа ушёл. Вот сегодня мы посадили баклажаны и закрыли. Так, закрыли парнички. Металлические дуги в коробе и материал, это 60-ка материал. Так, что тут у нас? Помидорки. Помидорки. Ой, ты что меня бьешь-то? Покажу. Че? Вот так вот у меня ножик был, да? Я так вот раз бросил. Прямо в фланг попал. И прохудел? Видишь, вот так вот взял, бросил. Вот. Прохудил шланг? Дед. Чего, дед? Ты, ну, что, вообще вот, что вот, ли? Вот что вообще, вот тут вот эта дырка. Замажем. Посмотри на него. Там трубу пробил, здесь чайник продаю. Разбил. Чайник разбил. Ты вообще противопоказан. Вот тут болючие помидоры у нас. Вот тут какая-то. Посмотрим, может, что-то заменим. Болеет, пока хворает. Это более-менее помидорка уже так это крепчает. Мужественнее становится. Здесь перцы. Здесь место есть. Я сейчас сюда черную редьку посажу. Вон она у меня лежит. Клубничка цветет. Идет она, моя красоточка. За мной ходит, как собачка.
Так, сейчас здесь у меня... Я уже закрыла, полила, прополола. Здесь я посадила лук-порей. Две грядочки. Здесь я посадила половину дайкон и половину черной редьки. Но подружка моя мою грядку в туалет превратила. Подошла здесь мне и покопала. Вот, надо убирать теперь. Я сейчас это все закрою, чтобы она сюда в туалет не ходила. Безобразница. Мягкой земелькой решила в туалет сходить. Ну вот видите, что смородинка-то наша. В этом году с ума сошла. С ума сошла смородинка наша. Ну смотри, сколько кистей выбросила. Это ненормально тоже. А ты помнишь у отца в деревне? Зеленый куст, а подымаешь, все красное. Ну у него не такая была больная смородина. Вот именно, я тебе прочу, посмотри, какие тут эти. Тут надо чем-то прыскать уже. Вот они народились, они уже больные. Их уже надо мыть. Сейчас вот даже промыть бы вот эти листья. Ну, сейчас сама обольёшься вся. Там даже на твоей мыть, там уже листья скручены. Да ты чё? Я смотрел, там тлявы. Прям видно её, что ли? На смородине? Не на смородине. А вот где? Цветёт, который белыми цветочками. Вон глубокий. Чубушник, что ли? Да. Да ты чё? Я сейчас смотрю. Проклюнула снова и там огуречек. Клюнулся? Да. А я накрывал, когда не было. Ой, не накрывал я. Вон он там проклюнулся. Надо накрыть, да? Полить надо сначала. Посмотрю, я сейчас все, каждый кустик просмотрю. Вот осталось у нас арбузики тиснуть и свеклу затискать. Не знает, как ко мне пройти. Гражданка Никанорова. Давай, давай, сейчас увязнешь. Давай, давай, давай. Ага. Иди обойди, Люся. Обойди, иди. Обойди, иди, давай, моя пошли. Хорошая. Ну, идем сюда, идем. Идем, не бойся, идем. Идем, моя красавица. 8:00. Мы замерзли до соплей. Все выкрываем. Где что надо, полили. Где что надо, пропололи. Грядку под свеклу сделали. Там посадили мы черную редьку и дайкон. Здесь все пропололо. Морковку пропололо. Идет моя красавица. Мы ее сегодня в доме хотим закрыть. На улице холодно очень будет ей. Пойдем, Люсюня. Клубничка цветет, блин. Морозы обещают. Вот такой лучок мне дали. Он же семейный, наверное, никчемный. Вот яблонька жигулевская. Вместе со Спартаком покупали. Она вся не проснулась. Вот посмотрите, вот тут засохшие вот эти вот. В общем, три штуки. Вот они засохшие. Вот посмотрите. Вот они все отпали. Вот жигулевская яблонька. Тоже не проснулась. Санек, ну, может, ее тоже выкопаем? Она, посмотри, что. Я вот здесь подошла, вот так стала трогать. Да, и она все обсыпалась у нее. Приехали мы с дачи. Я вся промерзла. Набираю ванну себе. Сейчас буду греться. Наконец-то я там согрелась. Я говорю, мурашки с километр. В общем, у нас падает температура уже 9 градусов. Ветер очень холодный. Боюсь, сегодня морозы будут.
Посмотрите, у меня опять сиренька какая. Я же сегодня на даче была, а у соседей распустила сирень. Ее же ломать надо, девчонки, правда? Тем более, когда еще без спроса, вообще замечательно получается. Прелесть махровая. Вот такие пироги. Завтра мы поедем возвращать в питомник наш отрадный сад. Саженцы, которые купили, закрытой корневой системы. Я позвонила, мне сказали, верните. Мы думали, вернем только Спартак, а сегодня глянули, что Жигулевская-то тоже не пошла толком. Очки одела, посмотрела. Мы все выкопали и завтра будем возвращать. Если как-то у нас как примут, я обязательно вам расскажу. Так, а время сейчас 8:30, сейчас что-нибудь перекусим и спать, устали сегодня. Всем пока.